Добрый день! Сегодня у нас на обзоре перфоратор Makita HR2470FT. В комплект входит быстрозажимной патрон, боковая рукоятка, ограничительный упор и чемодан. Основные функции перфоратора – это работа по бетону и по дереву. По бетону диаметр сверления 24 мм, по дереву 32 мм. Энергия удара составляет 2,7 джоуля. Потребляемая мощность 780 Вт. Весит он чуть меньше 3 кг. И длина сетевого шнура 4 метра.